Всем доброго времени суток. Всем привет! С вами Александр Ната. Продолжаем играть Don't Starve. Так. И сейчас я хочу сделать нам вареники. Так, а ты... Ой, какие вареники? Пироги, блин. Ой, какие пироги? Надеться. Ты опять меня путаешь. Да, все попутал вообще напрочь. То есть... В принципе, мы сейчас их сделаем и пойдем путешествовать, я так понимаю, искать, куда поставить. Ну, ты тогда, наверное, выложи все, что тебе не нужно там, вон, я смотрю, у тебя... Ага. Шаф все выложим, сейчас шапку сделаем, сейчас побольше сделаем. Побольше места оставить. Броню новую сделаем. То есть, в принципе, тогда основную задачу на эту серию ставим себе найти. Портал? Да, портал. И как-то постараться подготовиться уже к переходу, может быть, получится. А тебе хватит одной порции вареников-то? В смысле? А кушать? А, в смысле наггетсов? Нет, мы сейчас вот пока дерево рубим, сейчас я еще там... у меня их уже 3 штуки должно быть. Кажется. Одна. Одна, три. А, видишь? Ты вон складываешь, слышишь? Да. Наш холодильник есть. А, точно. Вот так. Потом мясо надо много подкопить, но я думаю, что можно мясом монстра попробовать поднабрать, пока мы там будем таскаться. Шишки. И использовать. А, ну чтобы кроликов не гнобить. Да, да, да. Чтобы крампусы всякие не шлялись. Да, ты меня правильно поняла. Мысль уловила верно. Ну тебе надо сейчас, да, дерево накопать. Это нарубить, накопать. Дерево накопать. Дерево накопать. Ну да. В том плане, что там. Я не помню, были леса или нет на той стороне. Тебе же костер надо будет ставить. Вечер-то длинный, а ночь-то там тоже не короткая. У меня была мысль каску сделать, но жалко тратить заранее. Ну и так светляков что-то как-то немного. Следующий мир может быть довольно-таки проблемным в этом плане. Короче, лучше перестраховаться. Долго готовят конфетки-то? Долго, да. Я думаю, хватит приготовиться. Ну, да. А то уже сколько можно здесь торчать. Зайца, не отвлекайте. Да. И вы тоже. Жу-жу-жу. Фар-фар-фар. Ой, чё, карта такая отдалённая. Хорошо, Омск, я смотрю. Так, ну что? А, нет, смотри. Время что? Дня нормальное. Стырить, что ли, яйцо? Зачем? Долго надо мной носиться будет потом. Ну, стыришь, когда уже пойдешь обратно. О, она уже за мной несется. А чё, ты ее на мины? Хоп-хоп. Не понял. Она ворону забила? А. Кто победит? Делаем ставки. Я думаю, что щупальца. Да. Вот Плюшкин-то. Не, ну мы сюда пришли за добычей. Плюшкин-то. Ну, пожаришь, съешь. А? Ого, их тут. Сколько их тут? Ты так сказал, как будто их тут... Там слева еще снизу. Лес целый. Прямо земля шевелилась, я видел. Конечно, бурлила со всех да. сторон. Куда идти-то вообще? Что-то я не очень... Повысилось, понимаю. Кстати говоря. Куда-то в эту сторону, видимо. Ну, пока да. Выше стал звук. Ты хотел паутинки пособирать. Ага, колпак сделать. О! О. Еще. Только аккуратно там, видишь, как-то подозреть. А, ну слушай, палку сломали. Так что она померла. О, хорошее решение, да. Пусть лежит. О, что-то как-то недалеко, слушай. Ой-ой-ой, ну-ка тихо. Во-во-во-во-во, уже близко. Ого. Ух ты, ух ты!
Это что такое там? Откуда их так много? Что там происходит-то? Откуда столько щупалец? Уходи. Там статуя Максвелла. Офигеть. Я такого еще не видел. Я тоже первый раз вижу. Нет, я понимаю, водяные они. То есть какой-то вечно маленькой толпы выскакивают из этих домиков. Но щупалец-то откуда столько? Круто. О, во-во-во. Да! Да! Еще не уходишь да. Уходишь в сторону. Я понимаю, я этих обруливаю. Ну-ка, тихо. Так, ночь. Надо место найти для ночевки. Хотя еще вроде далековато. А у станции тоже особо не... О! Вот оно. Уходи. Говорят, они легко убиваются. Ну да, главное от этого, от удара отмахаться, от первого. Берешь? Ой-ой-ой. Надо их натравить на этих вон. Ау. Так, короче. Вот здесь надо ночевать где-то. Да, согласен. Ну, выкапывай. Вот, гори-гори, ясно. Еще тебе. Так. Что я думаю? Я думаю сделать вот так. Лопата пусть лежит, этого в руки. Броню одеть. Да, броню одеть. Попытаться увернуться от первого удара, а потом забить. Угу. Ну ты можешь семечку пожарить и съесть, кстати говоря. Или ты прямо сейчас хочешь успеть до ночи? Не-не-не, нафиг. Совсем можешь рисковать, хотя... Ой-ой-ой-ой! Ну слушай, не отнял почти, да? Ну, не отняло, потому что только... у нас 96% защиты. Но зато шлем побило. Да. Сильно. Весьма сильно. И паутинки мало. Мраморную броню, кстати, можно было бы сделать. О, смотри-ка, рыбка. Слушай, они тут все подрались, похоже. Ну, походу. Вон детали от холодильника валяются. Ну вот, коня ты можешь так забить. Ой, ночь. Сейчас ночь наступит. Возвращаемся. Конь такой офигел там. Сейчас спрашиваться хотел. О. Вовремя успел. Прикольно, они там поссорились, а мы такие не при делах вообще. Можно рыбки пожарить. Экономить немножко. Ну там, конечно, многие найдутся, скажут, что мы опять очень долго в этом мире, наверное. Ты знаешь, лучше перестраховаться, чем заново опять все проходить. Не, ну не стоит забывать, что у нас это первый раз. Как бы. И, блин... Риск сдохнуть сейчас, я не знаю. У меня вечная депрессия тогда сразу начнется. Столько уже прошли. Ау, 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 дурак. 9%. Ну, как раз на коня сейчас стратишь и оденешь новое. Я думаю. Конь. Смотрим. Вставай. Ау, ау, ау. Хотя, а стоит ли вообще от него бегать? Ну, я и говорю, сейчас дотратишь, но только отойди вовремя. Ау. Шапка сейчас сломается. Все. Нормально. Так вот. Вон там еще лапки, я смотрю, валяются. Сейчас еще съем. Так. Надо бы конфеты сначала слопать. Ай, блин, конфеты, да. Забыл про них. Где тут еще так усиленно? Вон еще рыба валяется, кстати, можно пожарить. А, я думаю, сейчас на обратном пути соберем все это дело.
У нас теперь в этом плане свобода. Ну да, теперь только подготовка осталась. Угу. Я вот думаю, мраморную броню можно попробовать сделать. Ни разу мне не ходил. Лапки. Экономить. Попробовать что-нибудь. На с той стороны рыба валяется еще. И что там мраморная броня-то делается, не помнишь? Ну, мрамор надо. И вот там, по-моему, много надо довольно-таки. А я не знаю. По-моему, много. А чё где валяется? Рыба там выше ещё валяется. Сейчас заберу. А ещё конь спит. Конь спит? О, как. Конь, ты чё тут вообще делаешь-то? Спит. Вон, мясо ещё это. Монстра. О, вот тут за этим как раз мы сюда и ходили. Лапки. И лапки, да. Вот всё нам надо. Это нам поможет очень сильно. Так, ой. Сейчас я вон, киркой. Сейчас, погоди, он удар первый пропустит. Хобана! Иди сюда. А чё, мог бы не убегать сильно-то? Лучше поэкономить, наверное, немножко. Ап, нет, два удара. Нормально. Наверное. Кирка. В руки прыг. Там, по-моему, 12 мрамора надо. Что-то такое. Число какое-то нереальное. Да полностью реально. Что тебя тут напрягает-то особо? Ходишь себе, да... Ну, мозги немножко плавятся. Кирка ломается часто. Сейчас. Докуем уж. Ой, и оружие можно сменить. Ага. Ну-ка, тихо. О, мясо сверху. С ума сошел, что ли? Смотри, видишь, они там это, где дрались. Ага. Отстань, бестолочь. Сейчас как возьму тебя тентаклей? Он. Побью. Мрамор еще этот можно сломать. Ага. Хотя нафиг тебе его столько много. А пусть будет. Не, ну он дает 95% защиты. То есть это равносильно шапке с броней, по сути. Да, конечно, бегать медленнее. Не, просто но... ты же уже все сделал, что хотел здесь. Осталось только едой запастись. Не знаю, меня прет, что я тут. И меня никто не убивает. Наверное. Так, вообще валить я пора. Так понимаю, надо это, да. Конфетку съесть? Не знаю. Но вообще желательно, наверное, костер развести, съесть. А... Что? Не понял. Конфетка разве здоровье, сытость восстанавливает? Сейчас скажу. Конфетка. Сытость 25, сытости восстанавливает. Но минус 3 хп. 25, в общем-то, нормально так. Хорошо. Что, костер? Да, костерчик. Рюкзак полный. Просто. Сказала, нафиг он нам нужен, мы его разгрузим. А в итоге... все забито. Ты насобирал тут и камни, которые тебе не пригодятся вообще. Палка-то ладно. Пусть пока лежит, но вполне возможно будет разбиваться. Выкинуть не... ну, всегда можно. Ну, это да. Оп. Ага. Так-так ему. Цыц. Ай. Тихо. Противные такие, главное. Ну и вон, разбирайся со своими этими. Да. Беги! Вон, сверху рыба еще. Ай-яй-яй. Я вообще лапки хотел взять. Ой, мозгов уже что-то мало. Ну да. Нам мясо нужно, мясо. Если мы сейчас набираем мясо, монстра мясо, то... Да и такого просто мяса. То
Нас ничего здесь больше, в принципе, не держит особо. А, ты имеешь в виду яичницу с беконом? Да, яичница с беконом, и будем чувствовать себя комфортно. Я думаю. Ну-ка, отстань! Вот эта такие территория... Такие шустрые! Так вот, а. Территория вот эта в плане наживы, конечно, просто шикарная. Ага, я сейчас вспоминаю, как ты боялся поначалу. Да я сейчас, в принципе, немножко стремаюсь, скажем так. О! Хорошо. Ай! Кат. Около тех домиков, смотри, какая вкусная теща. Но там, блин, и опасно. Да, лапок очень много. Я думаю, надо разгружаться и идти нормально, запасаться сюда мясом. Да, да, да. Так что беги, не останавливайся, тебе до ночи надо добежать. Добежим, я думаю, добежим. Паутинку бы. Но как-то не вижу. О, свинка. Одна одинёшенька. А, ну тут этот, деталька лежала, я помню. Да, мы тут были. Ой, как тут у вас весело. Хе-хе. Вот у них тут вечные мордобои. Ежесуточные. Яйцо стырешь? А, яйцо. Соблазн велик. У тебя как раз одна ячейка, я просто смотрю. Одна ячейка, а хотелось бы больше. Слушай, они, похоже, подрались там. И разбежались. Нет никого. Лучше бы камни выкинул, чем мясо. Почему? Какие камни? Два фиолетовых камня. Которые тебе нафиг не сдались. А мне и мясо тоже не особо сдалось-то, в принципе. Ты мне минуту назад говорил, что тебе мяса нужно много. Ай, мне плохо, мозги плавятся. Черт, зачем я ее собрал? У нас уже вечер. О, конфетка. О, мне хорошо. Да не то чтобы совсем. Нормально. Так, рыбу жареную, по-моему, птица ест? Я не знаю. По-моему, ест. Так, стоп, сейчас. Я предложил тебе сначала все распихать по местам, а потом разбираться, кому что пихать там. Нельзя. Жалко. Сундук только, да? Ага. Не, ну мы яйца-то приготовим. Нормально. Ну, нам ты можешь каску еще надо сделать. Из временной еды, к примеру, опять же, сделать из рыбы этот на палочке-то. Рыбной палочке. А зачем? Я рыбу. А она ест ее? Да, по-моему, как мясо считается. Ну, хорошо. А, ну, да. Вот, нам нужно 20 штук. Яйца стакаются маленькие? Да. Отлично. Подожди, а ты можешь глянуть, сколько там стак этого бекона, яичницы с беконом? Сейчас. Хотя, думаю, больше 20-то нам и не надо. Десять, что ли, не пойму. А, нет, подожди. А где тут указан стак? Там не пишется? Я сейчас вот здесь посмотрю. Ну да-да-да. 40. 40 штук. Ничего себе. Ну. Да все реально, я думаю, сбегать надо будет просто 2-3. Два раза. Еще, наверное. Парочку-троечку раз туда. Делаешь себе еду с меда, чтобы питаться, а готовишь яичницу. А-а-а! Наше яйцо. Свинья. Уйди отсюда. Че такая наглая? Мне бы с ней подружиться немножко. Мозги поправить? Ну да. Пойти, потрать может, паутину, там. Сделай себе шапку нормально. А, точно, точно, шапка. Че я? Спасибо. Не догадался сразу-то. Тут надо-то 4. Этих. А, 6. 6.
Я так понимаю, теперь все равно оно никуда не... Только носочки нужно, да? Да, да. Мрамор вон валяется у тебя, выложить можно. Или сделать что-то. Потом у тебя этот шапка эта соломенная тоже лежит, место занимает. А, ты хочешь что-то сделать? Да, сразу изучить? Сейчас сделаю просто, пока не забыл. Блин, я в не свете, помню. В свет, свет, свет. Точно. Вот. И в сумочку, да? Собаки? Собаки. Почему сумочку-то? Ну, без разницы, куда, в Честера. Собаки, это прикольно. Детали 8 штук. Так. Эй, давай дружить. Я тебе мяско. А зачем она тебе нужна? Ну, а, мозги? Мозги подправить, да. Идите ко мне, да? Ты только не тресни их, случайно. Шамрамор на броню как сделаю? О, с ними, видишь, поползло вверх. 4 веревки, ничего себе. Дорвался. Ни разу за все время не делал. Ага. Хочешь потестить? Ой, такой медленный. Ну подходи, гад. Не, ну пробивает довольно больно. Так у тебя было ПП да? Побито, ну да. А, мое мясо! Нормально. Две свинки подкупил, два мяса отбили. Пойдет. Так, ну и что? По итогам у нас получается. Нам надо идти еще добывать мясо, получается. Я предложила тебе вон тебе 14 мрамора выложить. Не, это понятно. Выложить. У тебя два камня? Какие два камня? В рюкзаке. А, вот эти-то? Да. Яйца можно выложить. Яйца, да, надо. А, дерево надо нарубить. Огласите весь список, пожалуйста. Ну, я тебе диктую. Нет, ты же туда собираешься, я так понимаю, да? Но там же надо ночевать. Ну, я думаю, не в этой серии мы туда еще пойдем. Может быть, вообще есть смысл за кадром. Не знаю. Ну, короче, я думаю, что мы на этом сейчас закончим. Ой, покушать бы. Такие дружелюбные. Прям что-то, что-то. А, надеться мало. Здоровья дают. В смысле, ХП. Ну да. Ой, в смысле... Сытности. Зато не лечит. Зато лечит. Закончим на этом серию. Я думаю, что в следующем продолжим подготовку. И подготовимся уже окончательно, сделаем фулл стаки. Самое главное, что ты это, портал нашел. Причем недалеко, как казалось. Да. Сделаем фулл стаки, фулл стак яичницы 40 штук. Это вот цель наша на следующей серии. И в общем-то все, а дальше мы валим отсюда. Надо крокпот еще поставить, дерево много нарубить. Ну да, понимаю. То есть довольно подготовительная серия получится, долгая, наверное. Посмотрим, короче. Все, всем спасибо за просмотр, надеемся, вам нравится. И увидимся. Всем пока. Всем пока.